сейчас затянули это бредень, да? Не вот. Я очень рад, что в этом вот месяце застали, да, ребята трудяги такие есть. Вот из них бригадир Айбек. Сейчас рыбаки приходят и узнают нас. Сейчас это вот раньше, как говорил Худайберген Нага, верблюды крутили крестовину и заводили вот невод. Сейчас мы придумали генератор. А как он заводится? Покажет Айбек. Коллеги. Работа началась. Жанат никогда не видел, как рыбы ловятся. Он удивляется, поистине смотрит. Джаке, ну теперь ты понял, да, как нормальные рыбаки ловят рыбу, да? Я понял, как ловят рыбу. Да. Это не то, что взять елки-палки, они трудом своим. Вытягивают там и вытягивают здесь. Это промысловые рыбаки, понятно. Мне по-другому нельзя. Но рыба свежая, я думаю, вкусная будет. Должны с двух сторон тащить одновременно. Вот видите, здесь один генератор, и там. Раньше, ну, это самое, верблюды возили. Было очень тяжело. И Худайберген Ага говорит, да. Ну, как бы это сейчас легче немножко, вот, но все равно очень тяжело, посмотрите, тащить пал такой. Вот такая слаженная работа и является залогом успеха. Вот это невод, горло должны сузить и перед сюда сейчас, смотрите. Да, непростой этот вид ловли. Вот так вот. Вот так вы скоро, дорогие телезрители, научитесь ловить рыбу на невод. Законно! Ой, жена тоже помогает уже! Вот, сужается, все сужается. Как правильно складывает, видели это арканы? Не видал, уже вот эти показались поплавки. Сейчас суживается горло. И с той стороны тоже. Ну, скоро улов увидим. Кто здесь на зайсане ловит? Ну, вот левое крыло я посмотрел. Не вода, вот правое крыло. Сейчас посмотрим. Не так-то все просто. Смотрите. На какой-то уровень глубины пришли. И вот они остановили. И сейчас сужается, смотрите. Вот он переставляет. Не, вот смотрите, как это тяжелая работа. Ну вот, вот такой чулок заворачивается. Сейчас посмотрим, что получится. Жена смотрит, что здесь попадется. И вот, сужается все. Все заходит сюда, вот видите, вот. Какие-то манипуляции, честно говоря, мне неизвестные. Сейчас посмотрим. Вот, скорее всего, сейчас нижняя часть остается мотней. И они верхнюю часть будут тащить сейчас, да. Слаженная работа, слаженная работа. А Айбек волнуется, что попалось, нет. Тяжелый труд, смотрите.
есть, рыба есть там. Ну, а жена ждет. Блин, говорит, давно такую рыбалку хочу, говорит, елки-палки. А то на крючок. Еду, говорит, 3 дня нет рыбы, 4 дня. А тут вообще шикарно. Да? Ну, все нормально, ничего страшного. Мясо у нас точно есть. Ну вот, мотня уже складывается, все, крылья уже собрались вот здесь. Ребята работают, смотрите, вот они. Лещ, по-моему, да, вот он. Вот он, лещ. Лещок. Ассаламу алейкум, зайсанский лещ. Ну, дальше пошла ручная работа. Рыба любит тишину. Айбек, бауыр, сен үлкен ағасыз. Сен бауырын красавчик көмінеке. Осылай, бәр балықшылар осылай жұмыс істесе, тамаша болар еді мінеке. О, та-та-та, о, щука! Щука, шортанчик. Так. Ага, все нормально, все по правилам. О, судачок, мінеке, судак. Вот, вобла, смотрите, жир капает. Ой, бай. А, вот. О, судак, лещ, вобла. Ого! Тут, смотри, какой лещ. Теперь мотня. Вся рыба в мотне. Не так думаете, как это самое, вы думаете, что тонна, 2-3, это поэтому труд рыболова очень тяжелый, очень тяжелый. Поэтому государственная поддержка, конечно, нужна им. Вот. Вот, видите, как это. И окунь есть. О, вот это рыбалка, мясо. А, слушай, да? Жанат, на спиннинг ловили или нет? Вот так нужно ловить. Вот, а видите как? А вы говорите, на червя, на опарыша нужно ловить на удовольствие и на небо. Самое главное, о, судак какой, харандыш какой. Да. Рыбалка состоялась. Вот, как мы пришли, видите, какой улов неплохой. Лещ по 2 килограмма, там судак, смотрите, какой шикарный. А? Прям карась. И главное, Айбека, брат, довольный. А ты же он тогда отпустишь, Кинге? Ербол. Ербол, фамилия? Ербол Баилов. Баилов, а? Молодец, ты там нашел. Такие сундуки, смотрите. И самых маленьких не выпускает. Щука. Да. Они все берут самое крупное, мелочи отправляют. Только это на лад, корни сколько это больше. Смотрите, как это самое зайсановские рыбаки. Они, смотрите, все выпускают. То, что меньше нормы, я первый раз в жизни вижу. Да здравствуют, блин, зайсановские рыбаки. Все выпускают, смотрите. Маломерную рыбу отпускают, молодцы. Айбек, Рахмет, молодец, Рахмет, смотрите. Дживербатр, курицбаха, наверное, Тамаша. Это очень здорово, это очень здорово. Молодцы, просто молодцы. Достойно уважения. Ну, просто молодцы. Я, кроме того, чтобы сказать спасибо Айбеку, его брату, его бригаде, ничего не могу сказать. Большое спасибо. Если вот так все будут относиться к нашим природным богатствам, независимо, да, нефть или что, рыба, да, то у нас Казахстан вот такое вот.
Так что вот так поступайте, как они. Айбек, молодец. Давай, уходи, уходи, шанс у тебя есть. Уходи, уходи. Уходи, уходи. Ай, ушел. Все, мы тебя спасли. Вот на червей ловили, смотри. Подними. Щуку возьми, давай, щуку. Блин. Щуку давай возьмем. Зайца! 1 сентября! Вот она. Все. А как она называется? Это судак? Это щука, вот это щука, смотри. Ну-ка. Да, смотри, вот посмотри. Вот это 5 килограмм, вот это 6, так это. Ерлан приготовил вот такое блюдо, смотрите, из 7 видов мяса. Вот. Ну, приятного аппетита. Тут смотрите, сколько зрителей пришло на этот бешбармак. Это бешбармак по-зайсановски. Автор Ерлан, красавчик, помогает ему Марат. Посмотрите, какая красота, елки-палки. Жалко, что вы не слышите запах этого блюда, иначе вот некоторые услышали, с Москвы приехали. Сергей, как? Как я услышал запах? Я унюхал его, я не услышал. Да. Но запах слышат? Там ребята. А не... теперь, кстати, о, давайте. Так, вот, а какое мясо, смотрите. Бешбармак зайсановский в студию! И кто нам принесет? Ой, Мараджан, своими руками приготовился. Посмотрите, 7 видов мяса. Я готовил. Ребята готовили правильные. Даже с Москвы приехали. Нифига себе, люди. Всех с наступающим приятным аппетитом. Ага. Как? Так. Зайсан сказал, заходите. Бордик, нормально, хорошо, не сколько. Вот эту баню в Сакскую. На Зайсане тоже бывает прохладно, разожгли огонь, кизики. И вот наш Кудайберген ага воспоминается мыслями о прошлом, о чем-то думает. Но я вижу, что счастливый вид такой и не жалеет, что приехал с нами в экспедицию. Сейчас мы проснулись и наблюдаем такую картину. Вот эта маленькая бухта,
которые перегородили сетью, ну, километров, наверное, 8. И наш собеседник, герой нашей передачи, Кудайберген Санжаров, просто говорит, это так делать нельзя. Деген айтнышы, бұл туралы. Бұл не деген масқара? Ну, это же страшное, значит, это запретные на бухте. Только 1/3 сейчас можно ловить рыбу, остальное должно быть свободно. А здесь сплошно перекрыто. Да, зададим вопрос. Я вот удивляюсь, почему разрешили. Говорят, на той стороне рыболовством занимаются китайцы. А что, китайцам дозволено так браконьерством заниматься? Я не пойму. Мало то, что это самое видно невооруженным глазом, что это китайские сети, которые выбрасывают сюда, но не дать шансов рыбе вообще там оставить проходы. Даже в те годы, говорит, были нормативы специально, шанс должен быть какие-то 12 метров, должен быть, допустим, 3 метра какая-то зона, да? Между рыба сетями, имела шанс, между да. Между сетями должен оставаться просвет для прохода рыбы. Это испокон веков, значит, здесь такой закон. А здесь... сплошное, значит. Будем обращаться в инспекцию Зайсана. Я думаю, сейчас вот как раз одна машина уехала туда, проверить, мне кажется, вот они узнали, что мы приехали. И я думаю, что у нас будет возможность с ними переговорить и посмотреть, и проверить, что это такое. Но действительно, шансов у рыбы нет. Вот всю бухту перегородить. Да, это же сплошное. Вчера мы видели ребята, которые они неводом ловили, но просто приятно было смотреть, что они мелкую особь, которая с размером не подходит для промысла. Молодцы, да. Они выпускали да. Мелкие, только крупные брали при нас. Вот так неудобно перед экс-министром, вот так вот. Я объясняю, говорю, что мы стараемся бороться, но, не знаю, наших одних усилий не хватит. Хотя закон есть о запрете использования китайских сетей. Но ладно, сети китайские – одна беда. Но вот так вот, чтобы шансов не дать рыбе вырасти, вот такая мелюзга попадается в нее, естественно. Поэтому, когда задают вопрос, что почему рыбы нету, потому что никто не выполняет правила. А Аксакал говорит правильно, говорит, в свое время это было как кодекс чести для любого рыболова. Во-первых, рыболовам это было почетно работать, раз. Во-вторых, они были очень порядочные. Как бы это как бы... Все правила, которые были, они соблюдали. И поэтому рыба была огромная, сеть ячея была соизмеримая, не меньше, чем 70. И рыба только крупная попадалась, а остальная мелюзга росла дальше. Прошел я 1.5 километра оттуда, от косы. И вот такого безобразия увидел очень-очень-очень много. Надеялся, что хоть на Зайсане порядок. И вот, пожалуйста, смотрите. Вот. Китайские сети. Конечно, вот сейчас с нами сидит Экс, это самый министр рыбной промышленности. Он тоже душой болеет, говорит, нужно какой-то мораторий сделать. Зайсан, о котором я вчера смотрел, нормально радовался результатам рыбаков, которые честные рыбаки, все равно пользуются браконьерскими сетями. Весь берег. Оттуда вот этого мыса я посмотрел, я горы. Поэтому все равно нужно работать. И вы, браконьеры, берегитесь нас. Попадитесь в наши камеры, и вы дома будете хорошо. Шарик, тот, кто закинул кашаны, пытается подбросить ближе к этому шарику. Берет там и подбрасывает. Вот, шарик, например, остановился здесь. Следующая команда кидает черный шар. Да, кидает. По очереди по одному, да? Да, по одному. Так, надо пятки не отрывать и не выскакивать. Вот смотри. Марат сейчас подкинул мячик очень близко. Нет, дальше. Нет, дальше. Да, чуть-чуть дальше. Значит, его команда, и не он. А его команда продолжает бросать. 2-2. Вот. Ух, дальше. Это не боли. Эта игра называется... Питан. Самое главное, это командная игра. Вот это... Не надо вот так вот бросать.
И надо вот так вот бросать. Так, проще еще. Если 4 ближе. Если нас сильно выбьешь. О, сейчас интересно. Все равно дальше. Такое пренебрежение левый играет. Представляешь? Да не, он левша про. Да не, не смотри, вот это. Нормально. Костя, не подвинулся. Да нет, не подвинулся. Видно же отсюда. А бывает. Давай. И дальше пьете. Ой. Надо выбить шар, нацелиться в их шар. Можно бить, да, в него. Надо в их шар. Они пытаются лучше поближе свой подогнать. Все, проиграли. Все, ребят, салаги, учитесь играть. Все, 1-0. Сделали, да? 1-1, значит. Нет, мы с тобой... Какое мастерство! Какое мастерство, смотри, палец не проводил. 1-1, предыдущую вы выиграли. Вот так вот, дорогие друзья, посмотрите, если вы эту игру, и вы будете чемпионами, не только рыбами. 1-1. Мы с вами... 1-0. Вот, ребята. Вчерашняя рыбалка была очень удачная. Четвертый день нашего путешествия, экспедиции. Вчера нас удивляли там сырне, курдаки, бишбармак был из 7 видов мясопродуктов. Сегодня у нас рыбный день. Потому что Шевелев готовит сегодня судака, которого вчера мы поймали. Был окунь, щука, карась, вобла, лещ. Но к ним почему-то приехал в гости вот этот омуль, байкальский омуль. Сразу видно, видите какой он, да? Хочется сырым съесть его. Вот. Приятного аппетита! Зайсан, четвертый день экспедиции, Шевелев с нами. Случайно встретили ребят. Оказался алматинский парень Константин Орлов и парень с Ридера Дмитрий. Приветствую вас. Они увлеченно там что-то говорят о чем-то. Мешать не будем. Ну а Зайсан удивил нас уловом классным. Сейчас будем кушать судака, леща, щуку, окуня, воблу. И, конечно, к нам присоединился байкальский окунь. Четвертый день, все собрали, палатки брали, готовимся к движению дальше на Балхаш. Аксакал Кудайбергенова довольный, дорогу держит отлично, наша машина готовится. Этот залив шикарный, отличный, так мы не разобрались, вот это что за садки стоят, это надо было на лодке, но дрон показал, что это, по-моему, садки. Вот. Вот Константин идет на восток, а мы пойдем на запад. Орлов с нами. Торжественное построение. Это же экспедиция. Торжественно выстроимся в ряд и поедем. Вот такой, какая экспедиция! Вот такая! Оператора, который летает, ловим и дальше идем. Наша группа вся выстроилась, все живы-здоровы и пошли на Балхаш. Теперь до встречи на Балхаше. За нами перевал, вернее, лого, это еще Кельмес, где мы сегодня поночевали. Это как будто марсианская плата такое, видите, красота. Аксакал доволен?